Мир вам. С миром вам. Я в автобусе, я еду в церковь. Ну, ладно, подожди, вот, смотри. Алевтина, иди. Алевтина и Людмила. Мир вам. Миром. Я в церковь еду, я в автобусе, у нас утро. А у нас уже 3 часа дня. А, ага. У нас только 10 часов. Наташенька. Да. Без 9:10 будет. Ты как мусульманка одета. Ты платок ну, я всегда так хожу. Платок мой не одеваешь? Да. Тот красивый-то я тебе с блеском-то давала. А. И еще с кружочками впереди. Не одеваешь? Платок. Да, я одеваю по-разному. Он просто здесь, а внутри, чтобы все было закрыто. Я не хожу это так, ну, открыто. Да. У нас все тут ходят закрыто. У нас-то в городе все в платках практически. Ну да, ясно, слава богу. Сейчас уже прохладно у вас. Это там у вас в России так не ходит, а у нас все так ходят. Ну ладно, давай. Ну давай, милости Божией тебе. Хранит Господь. Помоги, Господи. С Богом. Спаси Христос. Пошли мы. Кто же на мусульманку похожа, которую мы сейчас смотрели? Мы сейчас смотрели про мусульманку. Вот она.